роскошный и раскованный. Шубы и дубленки от Зимушки. Чкалова 139, Ленина 123. Шляпный дом. Первый магазин головных уборов, где выбор радует. Шляпный дом. Улица Ленина, 110. Здравствуй, дорогой щетинец. Ты смотришь «Погоду знай» на канале ТНТ Чита. В магазинах «Зимушка» постоянное обновление. В продажу поступили женские пуховики. Ну а если тебе не терпится порадовать себя новым головным убором, советуем посетить «Шляпный дом». И теперь о погоде в пятницу, 8 ноября. Переменная облачность, без осадков, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов ниже нуля. Днем до минус 2. Атмосферное давление достигнет отметки 699 миллиметров ртутного столба и в течение дня будет слабо расти. Смотри «Погоду знай» на канале ТНТ Чита каждый день и будь в курсе всех погодных изменений. А с тобой была Анастасия, дежурная по рубрике. Пока-пока! Концепт-клаб. Актуальная одежда для девушек. На Амурской, 84.